Ну, ладно. Да, супер. Ну чё, Даш, начинай. Вот это? Да. Ебать тут. Пизда. А чат вам нормально? Сейчас я спрошу. Всё, с самого начала, Даш. С самого начала. Сейчас. Тихо-тихо, я вырубаю Дашу. Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро тумно. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все. Достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Это судьба, а судьбу не могу я ни о чем просить. Только я знаю, как после меня станут ветра голосить. Также я предлагаю сегодня чату выбирать оценочку, поэтому сейчас мы запустим в чате голосование. Будь здорово. Так, если что, я могу... Да, ага. Все, погнали. Ганга стайл, караоке, транскрипция, блядь. Транскрипция. Опа, Ганга стайл. Ганга стайл. Начин таса, аруна инджа чин йоча. Копи ханджа йоны, йоны пумпи кинджи йоча. Бияши шимджа кинджи чижан инджи йоча. Гырын бан чон инн йоча. Нанан саиб. Нанси, не намасын, это осуждает, запрет ебашит. Копи шикида дон зин шо, ван шот. Бами ешин точа барин са, гырын сай арым. Арымдео, сарын сырё, гырыно, хей, гырыно, хей. Арымдео, сарын сырё, гырымо. Чигунда гальта каджи кабалка. Опа, Ганнам стайл.
Gangnam Style. Оп, 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 опа, Gangnam Style. Оп, опа, Gangnam Style. Оп, 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 оп. Эй, sexy lady. Оп, 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 Gangnam Style. Эй, sexy lady. Оп, 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 оп. Жансук Хабиджин, Нотлен Клон Йоджа. И Теда Шимпин Мюкентон Мариповин Йоджа. Карен Чимин Йоман Чудо Йоджа. Кырен Кампла Джогин Йоджа. Нанен Сан... Нансина Е. Джомана Буин Джану Цинна Цинна Сана Е. Тегедат Бен Йоджан Мира Борен Сана Е. Бля, ебал этот язык! Арамтео, саранцеро, гарено, хей, гебарено, хей. Арамтео, саранцеро, гарено, хей, гебарено, хей. Чипак такай, такай, чига, булка. Опа, Gangnam Style. Gangnam Style. Оп, 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 оп. Опа, Gangnam Style. Оп. Gangnam Style. Оп, 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 оп. Опа, Gangnam Style. Эй, sexy lady. Оп, оп. Я сейчас сдохну. Эй, sexy lady. Оп, 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 оп. Твинном, гувия на ныном, бэйби, бэйби, на мун чужом анынном. Твинном, гивин на ныном, бэйби, бэйби, на мун чужом анынном. Опа, Gangnam Style. Эээ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 
эй, секси леди, оп, 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 оп. Пока. Великолепно, великолепно. Я красава! Это было охуенно. Нет, это реально было охуенно. Мне понравилась Даша, которая фул замутилась ушами, блять. А, не, я на стриме открыла, чтобы с музыкой слышать. А, можно было так. Ну, ты понял. А. Чтобы просто не, у меня ни один его голос был, а то без музыки это так, странно сейчас, не тогда получалось. Получается, какой балл? 1, 2, 3. 4, это 6 из 5. Отлично поет. Фу, ладно, пока мы выставляем балл Мухаджану, говорите мне, сколько песни позорится. Я, кстати, с тобой танцевал, бро. О, да, да. А чё, давай фейса, стинт. Фейса? Ну, по-моему, что-то... Я курю, и мне по... Вот это. Или... Я там есть строчка плохая. Ой. Так, давайте решайте пока чат, какую мне песню петь. Ну, наверное, вы типа думаете... 1000 минус 7. Не, просто мне предлагать Витас и гулять, наверное, мега баяниста будет, нет? Если что, ну да, да. Ну да, наверное. Тебе нужно что-то не знаю, типа чё... Может, какой-то рок прям вообще где-то там, не знаю, рок. Рок, блядь, Рамштайн. Надо что-то нетипичное. Надо что-то вот. Ауминное пишут. Ауминное, да. А есть караоке? Может, японское с этим, которое... На самом деле, в чате ебать разделились мнения. То есть, если с Мухаджаном было все понятно, типа, либо гуль, либо... Спасибо за 100 рублей. Пожалуйста. Если с Мухаджаном все было понятно, либо гуль, либо Гангнам Стайл... Сколько, блядь? Хуя! Чё? Чё там? Чё, походу ты победил сегодня. Кто, я? Я не верю нахуй, что тут сегодня это обойдёт. 5 баллов, 93%. Это... А у меня тоже 82%. Это... Нет, у тебя 63 было. Не, я про то, что у меня тоже тетя про... Да, это нечестно, это просто моя песня. Да, бля. Гангас, походу... Гангас. Можно заканчивать. Так. Лида Лиза. Просто я играю в Майнкрафт. О, давай Лида Лиза, мне нравится этот трек. А есть. Ну, не знаю, либо что-то у Лиды просто другое можешь. Или там стикер. Хотя стикер это сложно будет, наверное. Нет, если просто текст, караоке нет. А че есть караоке вообще сейчас? Ну, понимаете, все хотят, чтобы Лида была, да, все-таки? Просто я играю. А просто я играю есть? Просто я играю. Просто я играю. Майнкрафт! Караоке. Так. Нет, походу нет. Бля, давай еду эмо-хардкор. Чё, эмо-хардкор?
Эмма хардкор, еда, караоке. Кстати, сам не должен быть. Черно-белый цвет. Бля, нет караоке лиды, чё? Это рофл такой? Я думал, наоборот, я есть. Тём, тоже ли тебе? Ладно, короче, чуваки, вы решите тогда, потому что в чате мнение не разделилось, поэтому давайте вы решите. Ваня, Мухаджан, Тоха, Даша. Что мне петь? Из чего? Ну, вот в чате дохерища вариант, просто вы решите, потому что там, ну, там очень сильно разделилось мнение, прям пизда как. Ну, а у меня дайки. Давай Дору-Дуру. Лида все говорят. Лида караоке, у тебя что-то есть? Лида караоке. О, аспирин есть только. Ну-ка, аспирин есть. Может, меня не слышно? Слышно. Не, слышно, слышно. Амин дайки есть? Так, дайки. Сейчас я ищу тоже. Дайки. Мне кажется, это прикольно было. Макс. Караоке нет, есть просто лирика. Это немножко не то. Ой, это нельзя. Лирика, это... нельзя показывать! Лирика, там другую лирику нашел? Там я нашел фул. Фул? Стинт, я тебе с ВЛС скину, как тебе вариант? Го, Серёжа Пират, песня про девушку Амифа. Это, короче, Наруто, это Наруто на японском, короче, это колыбельная. Залетаю на бит! Колыбельная на японском? Давай. Ну, бля, там-то кстати, есть а согласно правилам Твича, подпевать ведь можно треком, да? Нет. Лучше не надо, я бы не пробовал. Залетаю на бит. Ну она прикольная прям. Нет, ты знаешь эту песню, по-любому слышал Наруто. Я если не хочешь, знаю, типа. Бля. Чат, вы чат. Там пизду по... Ой. Френдзону гол. Стрейкала. Пизду. Опинин. Да давай Дору-Дуру. Дора-дура? Ну что да, Дора-дура? Бля, ну Дора-дура, она банальная, ну, пиздец. Да, я тоже про это говорю. Да, прям, типа, ну же, чё, не знаю. Да, да, короче, походу Дора-дура. Ну похуй, типа, если что... Ну, что ж. Давай так. Бля, что-то со мной какая-то хуйня произошла, потому что что-то очень долго выбираем. Так, ладно, мне как, мне вам захватить экран или вы просто на стороне послушаете? Давай лучше ты экран. Окей. Потому что на стриме задержка будет. Так, вот эта хуйня. Я так сделаю, чтобы вас было видно. Ой. Угу. Угу. Поехали. Надеюсь, по звуку там будет все хорошо. По звуку все хорошо, ребят? Ребят, по звуку хорошо? Сношение? Хорошо сношение, гайс. Да, вроде нам. Можем музыку погромче сделать. Не, я сейчас да, именно на стриме. Ага, все тогда, похуй, начинаем. Поехали. А, детка. Ты чувствуешь это? Дора-дура, не убирай харчу мою, это теперь в моей хате.
частью хаты. Потому что Дора дура, супер дура, Дора дура. Потому что Дора дура, ты видела, да? Ну что, сто Дора дура. Дора дура. 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 Бля, ребят, я харкнул нахуй случайно. Ну... Там было на стриме видно, как я харкнул, ребят? Гайс. Браво. Хорош, Стит. Чат, а там было на стриме, как я харкнул? Киньте клип, пожалуйста. Блять. Сука, я просто... Нелли пришла вытирать харчу мою. Бля, это такая, как пасты, блять, из чата. Модер убери, блять. Бля, Нелли, реально же модер. Пиздец. Нелли, а ты точно все убрала? Я просто, по-моему, на стенку харкнул еще. Скинь клип, где я харкнул, пожалуйста. Я хочу посмотреть, просто куда улетело. Я поэтому, когда кричала, я рот вот так закрывала, чтобы у меня оттуда тоже ничего не вылетело. Зубы, например. Ладно, мой балл сейчас. 10. Бля, я проебал, походу. Бля, ну что, захейтили? Да, захейтили. Четверочки наставили. Ты тоже пою? О! Не, ну Мухаджан нахуй кто выиграет сегодня, походу. На самом деле, это еще честь после Мухаджана, блять, петь. Не каждый бы смог. You see the master at work. Так, следующий у нас, по-моему, Вася, да, кажется? Потом Тоха, да? Блять. А может кто-нибудь придет сейчас? Давайте 5 минут там оценим там творчество людей, которые... Блять! А там что-то Ломака писал, что бежит, это когда он бежит? Пусть, пусть остановится, уже идет шоу. А куда он, откуда он бежит? Хуй знает. В гимн Украины? В боулинг, может быть. Хуй знает. Два варианта. Я согласен на гимн Украины, если что. Так, ладно, чат, сейчас поет Василий. Вам надо просто выбрать, что он будет петь. Что вы выберете? Тьфу, блядь, я реально харкнул, там было видно? Нет, там было, там не было видно, типа, да, я харкнул, но не было видно, что там вылетело. Ну да, здесь я реально харкнул. Всё. Но не было видно. Фух. А, кстати, походу, я вытер носком, у меня что-то носок мокрый. Ладно, похуй. А, Кровосток, тьфу, Лесник, Бутырку, Донской, Вася, пой гимн. Вася, пой гимн Украины. Бля, походу, тебе реально придется петь гимн Украины, судя по всему. Либо Киш, Лесник. Блять, а может, но реально Лесника? Для гимна Украины я готов. Для гимна Украины я готов. Я буду исполнять его вот в этой шляпе. Бля, может, реально Лесника пусть споет? Может, этот в облаках, вот это, знаешь, снова небо в облаках или как-то. Здравствуй, как там, вот, небо. Да, да, здравствуй, небо. Здравствуй, юность в сапогах, вот это да. Мне кажется, Лесника будет охуенно, посчитывая, что Вася, как бы у нас тут. Младший лейтенант. Маш, ты посмотри, в какой я шляпе. Я готов молодой. Для гимна Украины. Ну так, ребят, что, запустить голосование, Лесник или гимн Украины? Ну слушай, походу, тебя обломаю сейчас гимном Украины, потому что все что-то за Лесника. Блять. Опять, да? Я готов был. Бля, объясните, почему со всеми так просто, а со мной так сложно в плане выбора, что петь? То есть, да хуй пойми, у Мухаджана сразу Гангнам Стайл гуль, у Васи сразу Лесник гимн, у Даши сразу Витас, по-моему, карнавал, а у меня миллион вариантов, сука. А ты уже все попел, Макс, шумно. Да, да, типа. Есть прям такое, да. Так, ладно. Ну, походу, Лесника тебе будет, придется, Вася, так Лесник сейчас найду. Да, готовься сразу, экран надо. А что такое Лесник, Макс? Я первый раз слышу. Это Король и Шут. Я не знаю, что это, короче... Хочешь, покажу вот это. Замученный дорогой я выбился из сил. И в доме Лесника я ночлега попросил. Знаешь, нет? Бля, лишь бы была песня, которую я еще знаю. Пиздец. Ну, пиздец, да. Бля, мне везет. Все песни, которые предлагают, я их знаю. Так, а экранчик? А вот это есть он, да? О, нажми-ка послушать. Да, есть звук. Отрубаю, давай. Можно начинать уже? Да, 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 но все равно сейчас 40 секунд проигрыш у тебя будет. Надо горло сначала.
проигрыш, конечно, пиздец. О! Замученной дорогой я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня впустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел я за столом. Лесник болтал о том о сём, что нет среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Будь как дома, путник, я ни в чём не откажу. Я ни в чём не откажу. Я ни в чём не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. И волки среди ночи завыли под окном. Старик заулыбался и вдруг покинул дом. Но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Охуенно. Спасибо. Спасибо. My applaudissements. Охуенно. Бля, нет, спасибо. На самом деле охуенно атмосферно. Плане, знаете, как раз таки Король и Шут, такой бородач поет, это охуенно. Так, ладно, сразу голосование. И будем думать, что Тохе давать петь. Ну что там? Голосование. Блять. Че, Антон готов петь? Блять, я так хорошо сидел, слушал. Ну, блять, ну. Очередь дошла, да. Так было хорошо быть самым последним, тут неожиданно. Я так кайфовал сейчас, вы не представляете, блять. Блять, что там, блять, капитан Спарклис? Я не ебу, кто это, блять. Капитан Спарклис. Кто это нахуй? Сентябрь горит. Сентябрь горит. Ах, я не знаю, я не знаю. Стигмата. Бля. Давайте вот, смотрите. Весело по полю бегает кабанчик. Я хотя бы знаю, как там припев. Весело по полю бегает. Вот это хотя бы я, ну, хотя бы припев я знаю, блять. Бля. Так, походу, Василий, кстати, походу, еще второе место займет, кстати. А кто у нас на первом? А, Мухаржан, ну там забей, там уже его, я не верю, что кто-то победит его. Это просто, ну, ебанутый бал. Окей. Ебанутый бал. А, по идее, это, конечно, не караоке лиды, но, типа, можно будет на следующем круге, если чат выберет лиду снова. А, там стигмата, что? У меня шушки упали, блядь. 60%, 167. Ну, слушай, Вась, ты пока на третьем месте. В принципе, возможно, на следующем кругу сможешь обогнать, если Мухаржан зафейлит. Мы еще петь будем? Да, будет да, еще по одной. Че? Да, будет два круга, поэтому приготовься, Тох. Тебе сейчас, как бы ты в середине и в конце будешь сам. Так, и тут выбирают либо Сентябрь горит, либо Винкс, либо... Винкс, нахуй, охуенно. Какой нахуй Винкс? О, Винкс. Блядь, Винкс, сука, точняк. Это все из этих пушек, блядь. Это самый охуенный вариант. Бро, ебать, реально Винкс бро, только забей, пиздец. Ищи просто Винкс, забей, это 100%. Да, здесь пиздец. Сразу. Блять, а Винкс, какой Винкс-то, блять, что там? Ты можешь на пианино найти, можешь другую найти где-то, есть на пианино. Винкс караоке, что это, блять? Клуб Винкс опенинг? Винкс имба, кстати, вот, вам не показалось, что есть задержка? Да. Мне такое ощущение, как будто задержка есть небольшая у некоторых, когда поют. То есть почему-то... Сейчас скажу, есть такое. У Хожанга задержка не ощущалась. У Васи ощущалось, у Даши тоже ощущалось. У меня что-то вебка лагает сегодня, я перезагружал даже комп. Она мне не выводилась. Много непонятно, как это работает. То есть, ну, типа, то ли в темп не попадают, то ли задержка это в Дискорде. Дискорд, может, качество похуже ставить, я хуй знает. Ну, блять, случае, чат, я что, по вашему мнению, похож нахуй на фею, блять? Или что? Вообще да. Каким вообще, блядь, образом Винкс? Это пиздец. Вообще это пиздец похож, бро. Ну да, войди, да. Не, в целом, ребят, это небольшая задержка не сильно портит впечатление, надеюсь. Типа, в целом все окей? Ладно, ты врубил экран? Тох. Ча. У меня уже все готово.
Кстати, начинайте пока тоже заранее думать, что Даша будет петь, потому что она же после Токио стоит. Ой, блядь. Ну чё, вы готовы, подожди, ребята? Подожди. Да, нажми, давайте. Нажми плей, чтобы я просто посмотрел. Нажмите ее, пожалуйста, послушайте. Либо работает звук, не работает. Тоха, включи музыку. Тоха. Ага. А ее нету пока. Ну просто послушайте. Да, все работает, давай. Есть. Давай, добрый. Пизда мне. Давай, бро. Если ты решишь, можешь стать одной из нас! Винкс! Только вместе мы сильны! Чудеса творить вольны! И всегда устремлены к победе, Винкс! Волшебству нас учись! Мыслям добрым улыбнись! Без оглядки в путь пустись, как ветер! Если решишь, можешь ты стать одной из нас! Мы волшебницы, мы добрые феи, блять, и, конечно, нас ждут чудеса в облаках. Мы летим сквозь пространство и время, сияет планета, как в сказочных снах. Мы летим по небу, Винкс, только вместе мы сильны, чудеса творить вольны и всегда устремлены к победе, Винкс. Мы не даем, блядь, что? Мы подружимся легко, нас не разлучит никто на свете, Винкс. Повсюду хранит путеводная нить, и дарим мы свет планете, мы феи из Винкс. Если решишь, можешь стать одной из нас. Винкс, мою руку ты возьми, станем мы еще сильней, и меня ты приведи к победе, Винкс. Всем ты мило улыбнись, освети улыбкой землю и с улыбкой в путь пустись. Ты можешь, если лежишь, можешь ты стать одной из нас. Твой волшебный луч все небо осветит, это значит, нас ждут чудеса в облаках. Я лечу, и меня друг мой встретит, раскрашивая землю цвета своих фантазий. Я лечу по небу, Винкс, мою руку ты возьми, станем мы еще сильней, и меня ты приведи к победе, Винкс. Все мы феи, новички, мы подруги и соседки, мы летим, как светлячки. Смотрите! Винкс, волшебницы! Винкс! Мы летим среди звезд и дарим свет планете. Мы ведь феи из Винкс. Очень круто! Это охуенно! Бля, флаг это просто нечто. Такой реквизит неожиданный. Ой! Не, ну чат охуенно же было. Да, сейчас там какой-то чат, блядь, в качке этих меня давит, а не на мозг. Ой, блядь. Ёбаный позор, блядь. Ебать! Так у нас конкурент Мухаджану вылез. Да, я вроде больше даже будет. Не, нет, 92, 93. Блядь, подожди, мне просто интересно. Мне просто интересно, выиграет, не выиграет? Ну пока... Не, он выиграет по-любому, у него выиграет. Ну, кстати, бля, слушай, ну пока... Ебать, 92,407, 90... Бля, смотри, минусовать начали другие. Я не знаю ничего, сами смотрите, я 90, просто, бля... Это было душераздирающе. Мне кажется, я просто слышал свой голос, это пиздец, если честно. Не, Антоха прям ебанулся, типа, в хорошем смысле. Охуенно. Это было очень топово, очень классное выступление. Но пока самое лучшее выступление, на мой взгляд, это Мухаджан и Тоха. Ну, думаю, вообще, типа, никто не будет с этим спорить. 90% и 464, но... Я, подожди, а у Мухаджана сколько было? Даша, сектор газ, бомж, блядь. О, Ламака, привет. Сектор газа, бомж, блядь. Можно ромашки, пожалуйста. Ромашки. Я так душевно спою. Это моя любимая песня. 94. На самом деле, Мухаджан 93, но у него на сотку меньше голосов, поэтому, мне кажется, это одно и то же. Нет, Даша, у нас все-таки решает чат. Кто что? Сейчас будет, получается, чат решать, что будет петь. Либо опять, ну, я у чата прошу. Раз, когда мне чат не могли объединиться с выбором насчет меня, также решали мы здесь все.
Но я так понимаю, если ты просишь ромашки, то ромашек точно не будет. Она уже час ромашки просит. Вот, все просят бомжа, на самом деле, сектор газ. Ну, он, нет, смотри, ну, есть люди, которые ромашки просят. Скажите честно, вы стримодаши, блядь, пришли, чтобы просто... Да нет. А где ебануть против ромашек? Покажите. Не знаю, там, где опаздывают, бро. Бро, ну, блядь, мне, короче, приехал чемодан и приехал не тот адрес. Ну, хуёво, бро. Я ходил, искал. У нас уже как бы все в активности, все хуярится. Ну, спасибо, что пришел. Ты лучше, да, раньше. Ты лучше, мужик. Самое главное, бро, вовремя прийти. Самое главное. Да, блядь, ну я тебе сказал, мне чемодан приехал, не то адрес. Я ходил курьера искал сначала, потом только понял, ну, блядь, что он не там. Никаких вопросов, никаких вопросов, бро. Нет. Так, нет. Ладно, давай запустим голосование. Ромашки или бомж сектор газа? Блядь. Пусть бомж будет. Я закарнавал, Дашин, только не ромашки, а психушку и глупенькую девочку. Ну, кстати, не знаю. Глупенькая девочка. Или вот глупенькую девочку тоже можно. Давайте голосование, голосование. Ромашки или бомж сектор газа? Блять, бомж сектор газа, Даша Гаечки. Это ебать комедия, нахуй. А чё голосование-то не запускает? Модераторы, вы где? Модс. Модеры. Модеры! Я сейчас всё запустили. Ромашки, сектор газа. Ну, бля, не знаю, я проголосовал. Здесь понятно, Макс, Даш, я проголосовал, Даш, но тут Даш, бесполезно. Можешь своих зрителей позвать, типа, чтобы они проголосовали за ромашки? Бля, чат, ромашки, пожалуйста! Чат, вот сюда, ромашки! Бля, у меня ощущение, что она сейчас позовет, они будут всех сектор газа нажимать. Ромашки, я высокий про ромашки. Ромашки летят в кассе, так вот эту. Ромашки летят наверх. Чё-то, блядь, это, ты ничего пока не сделал. Сотни мне. Роз, ни одной твоей, ни, и сотни роз не стоят ни одной твоей ромашки. Ромашки летят в костёр. Нет, сильно наоборот, блядь, сектор газа. Да, они реально стоят сектор газа, все хуярятся из стрима. Блядь, они реально сектор газа хуярят. Я вот слышала чат. Они реально сектор газа хуярят. Ой, Даша. Ну вот что ж. Даша, вебочку и прошу сектор газа бомж. Сейчас, секунду. Бля, легендарная хуйня. Витас и сектор газа от Даши. Так. Так а чё вы ржёте-то? Если он хорошо споёт, он, скорее всего, выиграет, лол. Потому что это ебать имбовые песни. У него типа из-за Витаса неплохой балл, сейчас сектор газа, в принципе, может на 100% выйти. Ну, а у вас есть демонстрация экрана моего есть, да? Да, да, уже есть. Угу, сейчас. Угу. Тогда тут мы пишем... Сектор газа, так... бомж. Блядь, сука, это же абсурд ебаный. Почему Гаечка поет сектор базы бомж? Что за хуйня? Это просто как шутка, даже смешно звучит, а это в реальности происходит. А, вы подождите. Да, это жестко. Что? Да. Ты хотя бы раз слышала, Даша? Ладно, поехали. Не знаю. Давай. Какой позор. Я копаюсь на помойке, как червяк. С детства жизнь моя наперекосяк. Канализационный люк, моя дверь. Но я счастлив по-своему, поверь. 20 лет назад сгорел родной мой дом. Документы, деньги, все сгорело в нем. И теперь я побираюсь 20 лет. Кому нужен старый никудышный дед? Я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. А я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Эй, ребята, когда пьете вы вино, мне бутылки вы оставьте заодно. Пожалейте вы несчастного бомжу, я их в сумку аккуратно положу.
Отнесу я завтра их в приемный пункт. Мне за них 60 копеек отдадут. Я куплю буханку хлеба и сырок, чтобы с голоду не протянуть мне ног. Я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. А я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Ах, подайте, люди, мне ради Христа, не мила мне жизнь, я от нее устал. Помоги, прохожий, милый, пятаком, сжалься надо мной, над бедным стариком. Ах, отпусти меня, товарищ старшина, я простой советский бомж, а не шпана. Я не сделал ведь плохого никому, так за что меня берете, не пойму. Я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. А я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Блять, это самое лучшее, блять. Это так охуенно. Да, это очень охуенно. Блять, ты не представляешь, насколько это разъёб, я не умирал от смеха. Блять. Нет. Мне даже понравилось. Мне реально понравилось. Песня, да, кто послушай оригинал, пожалуйста. Это шикарно. Я ни разу не слышала ее, поэтому я пела просто первый раз, просто по караоке, по тексту. 73%. Нет, тебе тоже смешно станет, если оригинал послушаешь. Вы пиздите, что 73%? Не может быть 73%. А что так распределилось-то, блядь? Это реально что-то мало. Что за хейтеры, нахуй, один хуярит? Хейтеры. Что за хейтеры, блядь, охуенно же спело, очень смешно было. Похуй, я от себя добавлю 20%, мне похуй, пусть будет 92%. Бля, нет, нет, это очень смешно, это безумно смешно было, Даш. Это... А, ну я рада, что всех повеселила. Я столько выпуска, начала про бутылку петь. И почему-то мне больше смешно становилось, когда я пела про деда, типа, что я дед. Думаю, ебать, дед. Надо оригинал будет послушать. Блять, ну ладно, 72%. И... Неплохо, 405. Не, не, на самом деле, я думал, караоке будет немножко подушнее, а это ебать охуенная штука, надо проводить Макс. Такое почаще. А. Было бы людей побольше. Что, Вась? Там пиздец. Че пиздец? Я тебе скинул. Че пиздец? Ну, не показывай на стриме только, я тебе в телегу отправил. А че там? Там пиздец. А можешь мне тоже отправить? Кого-то кто-то умер? Хуя. Ладно, это после стрима, если что, будем разбирать. Сейчас... Сейчас продолжаем стрим и ебануться. Охуеть. Блять, а что произошло, нахуй? А что там случилось, блять? Да, бля, сейчас в конфу скину. Давай. Давайте в конфу скинет, Нель. Типа, давайте пока эту тему отойдем. Сейчас давайте лучше продолжим стрим. Ебануться! Охуеть. Ладно. Какая песня, какую песню будет петь Мухаджан, вопрос. Давайте вопрос. Ну, гайс. 1007, либо бразильского мальчика, гуля, гуль. Блять, ну походу, походу все-таки гуля придется петь тебе. Блять, как то звали эту самую, которая пела этот... Ультрафиолет! Как ее зовут? Блядь, это вот этот гуль. Что? Нет. Что там Стин, что выбирает? Тебе, походу, будет распеть. Либо бутылку. Короче, запустите пожалуйста, блядь. Там даже не заслужишь сектор газа. Лондон, спасибо. Так, ладно, запустите голосование. Гуль. Но гуля надо чувствовать. Гуль или бутырка?
Два варианта для Мухаджана. А что такое бутырка? Запахло весной. Бля, что не знаю. Шансон, короче. Вот это. Так, запустить голосование тогда? Сейчас. Ну, я думаю, честно говоря, гулять и выберут, потому что... Ну, это давай, я бы Гуля послушал в исполнении Мухаджана. Нет, я послушал бы бутырку по тем причинам, потому что Гуля уже миллион раз расслушал. Но, скорее всего, будет Гуль просто потому, что это короночка. Нет, ты понимаешь, просто Гуль у каждого он свой. Блять, я давно его не пил, пиздец, что-то. Волнуйся. Осуждаю. Бля. Осуждаю. Бля, заметил, что у нас все пятерки, блядь, вообще все на пятерку пели, вообще все нахуй. Бля, я удивлен, почему никому еще инстасамку не заказали. Все на пятерку спели. А почему, сука, у меня 56%? Что вы меня так сильно не любите, блядь? Пизда, я обиделся. Ну хорошо, хоть ты Гуля поешь, тут уже без шансов, тут на соточку с лишним. Так что захватывай, Мухаджан замутился. А, да, я тут чекал просто. А какую версию Гуля, русскую или японскую? А, давай кстати, еще раз. Блять! А ты же ни разу не пел оригинал. Нет! А пусть оригинал споет, слышите? Я не умею, нахуй, японский язык. Я не умею. Ну, говорят русскую. Японскую. Ура! Запустите голосование, русскую или оригинал? Русскую, мужики, пожалуйста, японскую. Ребят, давайте честно, русскую каждый второй поет. А оригинал? Вот слышишь хотя бы раз оригинал, я, допустим, не, от Мухаджана? Не, просто оригинал я даже не слушал прям сильного, я буду пиздец. Ну ладно, как хотите, ладно. Хи-хи-тео. Блядь, это охуенно. Я что-то теперь, оригинал, конечно, блядь, Мухаджан дух с всякими зарубежными песнями, Шалгангам стайл, теперь токийский гуль на оригинале. Ну, у меня чисто иностранные песни, знаешь? Да, ищи транскрипцию уже. Причем именно японские и корейские. Блядь, понятно, нахуй. А есть транскрипции? Ну, надеюсь, потому что если иероглифы будут, то как он их будет болеть? Здесь под плюс есть. Не, под не, плюс. Блять, а минуса нету под плюс. Ой, под минус на японском. А где его найти? Вот, такие скажи, Найди, короче, пиши. Вот, такие гуль, unravel, пиши. Токио гуль. Токио гуль. Unravel. Да вот так найдется, не? Вот, давай, спускай первое. Пиздец. Ну, блядь, ну что это, нахуй, ощимота? Ну, можно. Давай, бро, врубайся. Яйку, юко, насекай, ти, блядь, нани, блядь, моми, зени, блядь. Давай, хуярь. С самого начала, бро. Всё. Это не начало. Да, поехал. Я понял, да пиздец. Ебать, легендарная хуйня. Шинсо, шино, виву. Бокуно ни да, да, даре гаира но. Коваше тайо, каше тайо, кону сикай да. Кими да вара на ни. Блять. Кавашита, боку нантасе, илки ботамите. Хотокинай, мокотокинай, я шита сое. При... Зачинай, точнай, куколь, точнай, анатанатан. Короче, бро. Давай все-таки лучше русскую, похуй. Да, давай русскую. Да, давай лучше русскую, похуй. Типа, я вижу, что некомфортно, давай лучше. Да, блять, там нормально вообще такой. Ну, не получается. Ганга Сайла получилось, здесь не получается. Да, здесь просто, ну, я просто, типа, не слышал даже много раз. Да, я думал просто, что получится, типа, похуй. А тут вообще не выходит. Так, сейчас... На заре альянс следующего? Блять, мне что, на заре петь? Скажи теперь, скажи мне точно, как все это понять. Какой-то странный зверь живет внутри меня. Я уничтожен, есть лед, но нет огня.
И на исходе дня твоей улыбки дверь. Иду вперед, я не спеша, мне тяжело дышать. Не разрушай, нет, не разрушай, после будет жаль. Стой, то сильный я, то слаб, весьма спокойный, но скажу, с ума смятений моя душа. Я здесь, я стою один, лишь кругу порочном. Душа пуста, мир вокруг непрочный, не усложняй и не ищи меня. Я знаю точно, придуманный мир я попал невольно. Теперь не хочу тебе делать больно, но иногда ты вспоминай меня. Таким, каким был я. Я в одиночество плетен, как странный безумный сон. И памяти больше нет, лишь только холодный бред. Движения нет, движения нет, движения нет, движения нет, движения нет, движения нет. Только бред. Я в мире незрачном, нелепом, прозрачном. Я сам не свой, во мне другой, он не чужой, он не со мной. То сильный я, то та весьма спокойный, но сажу с ума смятений моя душа. Я здесь, я один, лишь кругу порочном. Душа пуста, мир вокруг непрочный. Не усложняй и не ищи меня. Я знаю точно, придуманный мир я попал невольно. Теперь не хочу тебе делать больно, но иногда ты вспоминай меня. Таким, каким был я. Ты только помни, ты только помни, ты только помни, ты только помни. Прими то, что есть, что уже случилось, и боготвори, что не изменилось. Я только прошу, не забывай меня. Но как понять, но как понять, какой-то странный зверь живет внутри меня. Ебать, охуенно, охуенно. Блять, это охуенно, это было очень охуенно. Блять, мне... Согл. Мне просто интересно, что будет у Мухаджана по баллу. Ой, бля. 90%. Ну, походу, тут уже без шансов. Если, разве что, если Тоха на самом деле камбэкнет. Потому что, ну, кроме Тохи сейчас... Нет, Тоха просто... может. Да, сейчас есть шанс только у Тохи, чтобы понимали. Потому что если даже сейчас войдет до 85% там, или 80%, все равно Мухаджан прям впереди планеты всей. Слушайте, мне тут предложили спеть и на заре, и когда я вкинул эту идею, прям все такие, да, го-го-го-го. Что вы сейчас скажете насчет на заре? А это который на заре, смотрю, да? Я смотрю, потому что я посмотрю онлайн тоже, я все это ситуации в жизни смотрю, что делать. Бро, самое главное всегда не сдаваться. Это самое главное. Типа нет правильного ответа, когда у тебя что-то не идет не так. Ну то есть, ты думаешь, реально существуют в мире такие люди, которые, вот, я не знаю, что мне делать, у меня ничего не получается. И ты приходишь к человеку, он тебе говорит два слова, у тебя все выходит. Это не так работает. Абсолютно все люди работали, работают и будут работать для того, чтобы чего-то достигать. Не надо задаваться вопросами, не надо искать мотивацию.
Надо просто двигаться вперед. Это самое главное в нашей жизни. Потому что люди, которые задаются вопросом, всегда что делают? Теряют время. А время — это прогресс, это развитие. Поэтому надо просто... Ебать, сказал, ауф. Красиво. Ауф, реально. Я бью женщин... Блядь, чуваки, вы может, не надо? Не, не, что это не надо. Эта песня, я кажется, плохая идея. Ладно, короче, запустите... Тогда хорошо, хорошо. Запустите голосование для меня. Либо... Валентина Стрекала, я бью женщин и детей, похуй. Похуй. Я, это караоке, поэтому, я думаю, можно. Второй вариант — Липси. Третий вариант — Бебра. Ебать. Если, конечно, есть такой... Не, Бебры нет еще. А, Бебры нет. Ну, третий вариант — на Заре. Все, получается, на Заре, Липси и Валентина Стрекала. У нас, к сожалению, только два варианта. Блять, надо парик этот ебаный снять. Хотя лучше в парике. Мне лучше в парике, нахуй. Мне волосы, сука... Коля, Коля. Так, а где вверх прикачать, не понимаю, секунду. Опа. Вот так, что ли? Да, вот так. Блять, почему у меня в комнате запахло кетчупом, блять, что за хуйня? Кетчуп, кетчуп. Да, пахнет кетчупом, пиздец, как вкусно. Охуеть. Блять, Липси, я бью женщин и детей. Кстати, на самом деле... А есть какие-то? Ну я за Липси отдал голос ХЗ Типаров. Так, я... Липси, не нахай, на май, блядь. Караоке. Да не, инстасамка залупа, на самом деле. Ну ладно. Караоке ну типа, есть. А как ты будешь ее исполнять? Ну вот, ей-богу. А походу инстасамка будет. Рип. А как эта штука, Антоха, называется у тебя на голове? Уши или как? Я не знаю, мне ее кто-то из зрителей прислал в посылке. Это ушки какие-то, да. Вообще, это штука для макияжа, по идее. Бля, зря вы, конечно, выбрали Липси. У Ломаки надо узнать, он ее покупал. Очень зря выбрали Липси по этой причине, потому что я, блядь, эту песню даже не знаю, поэтому, скорее всего, это блядь, может скипнуть тогда? Да похуй. Вы же пели песню, которую не знаете, значит, тоже должен все. Ты ее хоть раз слушал хотя бы? А, ну я слышал в ТикТоке припев. Ее надо почувствовать немножко. Да, вы все видите, да, надеюсь? Почувствуй себя инстасамкой. Представь, что тебя ебет Олег Манекен. Это легко. И спой про это. Это легко. Ну похуй. Типа выбрали это, значит это поем. Ну типа все честно. Согласны? В смысле скип, блядь? Вы же наоборот. Вы же сами проголосовали. Да, вы же сами проголосовали, чтобы это было, а потом пишите скип. Что за хуйня? А, Вася должен петь Григория Лепса Натальи. Блядь, кстати, реально надо лечь. Чего? Не-не, все честно, блядь. Лё, сами проголосовали, я пою. Все честно, нахуй. Давай, ебаш. Как бы, чат, вы должны понимать то, что никто ничего не исправит, поэтому... Опа, сейчас поставлю камеру. Да. Мастерски. О. Не, я бы это послушал. Поехали, ебать. Так, а где у тебя смотреть? Вот так. Да, бля, хоть я и слушаю, но я бы... Поехали. Это оно? Это оно, надеюсь, да? Я не ебу. Значит, оно. Йоу. Деньги пахнут пусси, а сумка бирк только на стринги, а стринги, а в стринги нашу капитал. Джуси пахнут маны, сучки в джуси майха. Липси, give me money, ха. Мами, ха, доллары, жопа на сайте кэш. Я на работе трясу огромный эйс, дай мне маны. Мани на мани, мой ген пахнет деньгами. Джуси, это не то? Это не то? I'm a baby bitch. Lipsy, give me money, ha. I'm not bitch. В стрингах нашу капитал. Bad bitch. Джуси пахнет мани, ха. Где мои мани, бич? Где мои мани, I'm bad bitch. Lipsy, give me money, ha. I'm not bitch. В стрингах нашу капитал. Bad bitch. Джуси пахнет мани, ха. Где мой мани, бич? Где мои мани? Сука, не говорю им, где мани? Мой рот за деньгами. Лучше следить за зубами. Ты знаешь, что твоя маме. Мама, где мани? Мы им не скажем, мэн. Большая жопа. Только он бесплатно получает. И никто себе не представляет, как я трахаюсь с ним в зале. Моя жопа больше, чем у Вали. I'm a big bitch. Lips, give me money, ha. I'm not big. Капитал, bad bitch. Джуси пахнет money, ха. Где мои money, bitch? Где мои money? I'm bad bitch. Липси, give me money, ха. I'm not bitch. В стрингах нашу капитал, bad bitch. Джуси пахнет money, ха. Где
Где мои мани, бич, где мои мани? Только он бесплатно получает, и никто себе не представляет, как я трахаюсь с ним в зале. Моя жопа больше, чем у Вали. Это хотя бы та песня, блять. Какая же хуйня, это какая же хуйня, ебаная. Это та песня, вообще, да. Вообще, такая хуйня ебаная, бля. Такая залупа, то есть, бля. Вот вы это выбрали вместо Стрейкала и вместо Назаре, да? Я правильно понимаю? То есть вот эту хуйню вы выбрали вместо Назаре. Блядь. Я писал скип, ты че, блядь. То есть вот эту хуйню. Блядь, чуваки, не хотите, чтобы я что-нибудь другое спел? Ну, типа, блядь, ну это такая хуйня, блядь, ебаная. Блядь, а как она это придумывала? Это же вообще пиздец Мухаджан какой-то. Мухаджан Топ, типа, Вася, Гачка, давай что-нибудь другое ну, спою. Да... Слушай, это такая я хуйня против, ебаная, давай. Блядь. Ты хочешь переигровку? Да, мне просто, ну это такая хуйня неинтересная. Ну, я не знаю, её, возможно, если бы я, не знаю, был под Мефедроном, было бы прикольно послушать петь. А бля, так, давай Стрейкала, давай Стрейкала ебашь. Давай. Да, давай что-нибудь подожди. Давай вот это. Женщин, типа. Не, не надо. Нет, ну, караоке надо. Потому что это такая хуйня. Это просто для караоке фул неинтересно. Нихуя, там кто-то у тебя в чате выпукнул сообщение. Чё? Прикольное. Чё? Жалко, что у меня модерки нету, надо бы забанить человечка, блин. Здорово! Здорово! Илюх, что ли, ты? Да, я. Ебать. Здорово, привет. А у нас привет. Уже заканчивается практически. Да я не на караоке, я просто. А, ты просто привет. Здорово. Да, у меня съемки сейчас клипа будут. О! Охуеть! Ебать! Новый миллионник будет скоро. Да какое там, ага, блядь. А я посмотрел кусочек ролика, ебать у вас пиздата, кстати. Хорошо, вообще. Давай поспорим на 50 тысяч рублей, что у тебя за месяц ролик наберет 250 тысяч просмотров. Минимум. Охуеть, блядь. Ну, 50 тысяч рублей? Что за месяц наберет 250 тысяч просмотров? Блядь, не, он не наберет, я же знаю, что не наберет. Тогда спорь. Ну, блядь! Я скажу, был еще один чувак, который меня проспорил. Ты его знаешь, исполнительный песни Стикер. Стин, сколько стоит 250 тысяч просмотров купить на Ютубе? Кстати, блядь! Если это выгоднее, если это дешевле, чем 50 тысяч, это выгодно. Подожди, Илюха, короче, ну, сейчас ценника поговорим потом. Надо проверить. Я хочу, знаешь, что проверить сейчас? Ну да. Сейчас, я хочу вебку свою проверить. Ого. Ой, блядь, я же отключил, это долбоёб. Блять, сука, а ты будешь клип на камеру снимать или на телефон? Пока не знаешь. Спасибо за 40 рублей. Пожалуйста. Пожалуйста. А чё, единица, что ли, блять, выиграла? Чё, начинаем, может, так покопить? Типа, мы я должны пойти клип снимать, а Лёха сидит в Warzone играет. Окей, давайте начнем, короче. Валентин Стрекала, без женщин и детей. Все за? Давай. Блять, это будет ебать хуйня. Моя девушка сказала, что я полное говно, и что если бы не жалость, то она бы ушла давно. Я разбитый, я расстроенный, конечно же я дам ей по печени ногою за такие вот слова. Я бью женщин и детей, потому что я красавчик, потому что я сильней, и они не могут дальше гадить женщин и детей. Пусть неправильно, я знаю, но без женщин и детей я сам отверждаюсь, о-о-о. Я работаю учителем, я учу ребят. Знаменатель и числитель, и делитель умножать. Ты не выучил уроки, так не суми свой дневник. По ебалу толстой книжкой получает ученик. Я бью женщин и детей, потому что я красавчик, потому что я сильней. И они не могут сдачи дать без женщин и детей. Если правильно, я знаю, но без женщин и детей. И я сам отверждаю все. В ночном клубе огромный
только столом. Обозвал меня прилюдно и под запятым пинком. Ничего не выйдет, парень, ведь я не приемлю кровь. И я быстро убегаю, я замерзаю вот. Я бью женщин и детей, потому что я красавчик, потому что я сильней. И они не могут докидать женщин и детей. Если правильно, я знаю, но бью женщин и детей. И я сам утверждаюсь. Вот это, блять, уже лучше, чем инстасамка, нахуй. Давай песни Ника Черникова, терпеж. Да, это жестко. Это уже лучше, нахуй. Но это хотя бы интересно, блядь, слушать, мне кажется. Спасибо. Че, Тоха, как против подушки? Антоха, ты... А ты уже победил. Всем гимнпанков. Мне кажется, Вася... Антон отпиздил Дакимакуру. А Вася, ты выдержишь... Ой, Вася, блядь, Тоха, ты выдержишь сейчас свою караоке? Что за хуйня, блядь? Мне кажется, ты сейчас все силы потерял. Подожди, а мне сейчас надо петь? Нет, сейчас Вася. А, ну я сейчас отдохну. Да. А что я буду петь? Ой. А, кстати, да, что будет Вася петь? А, подожди, сейчас бал, закапался, бал, бал, у меня бал, слезы бал. Пошли. Ебать! Хуя мне дали! Ну это получше, чем инстасамка была, Макс. Объективно. Ебать. Ну, заебись. Но я все равно не выиграю, но нормально. А почему у меня 89%? Чё, охуели? Вы чё, охуели? 89%. Ну, 89-м складом. Нормально. Уже 88. Вот, 89. Спасибо. А нет, не возвращайте, 89, не трогай. Блять, 89%. Охуеть. Блять. Не, нормально, нормально. Фух. Не, ребят, караоке охуенно получается, да? Вообще охуенно. Ну я бы... Настроение прям поднялось. Да, ну заявись. Это прям имбовая штука. Типа надо такое делать, не каждый день, конечно, но там может быть раз в две недели собираться, это просто мега имба. Может, кстати, устроить даже какую-то конкурсную систему с дизайном. Но я вообще ничего не старался делать на этот стрим. Ну то есть по дизайну, по какой-то... Ну какой-то графике. Бля, ты думаешь, оно надо? Ну по большому счету. По-моему, и так охуенно. Просто для красоты что-то такое? Ну, можно. Дисна Жожа? Так, ребят, давайте сейчас думаю, что Вася будет петь, потому что... У Васи, кстати, какая ситуация? Надо посмотреть. У Васи 60%... Дисна Жожа, блядь! Чё, блядь? Даже нет. Блядь, ну что-то зумерское дать, мне кажется. Блядь, не, я вот лето... Окей. Блядь, кстати, по факту Тоха может выиграть Мухаджана, если сейчас будет хорошая песня ему предложена. Ну, а Вася может, кстати, занять, по-моему, третье или... Да, короче, либо третье, либо четвертое место у Васи. Ситуация. По сути, Васе надо просто спеть на 90, и он занимает третье место минимум. Прям 100%. Да. Тебе надо не 90 спеть какой-то, только надо сейчас... Дис на Жожа. Жожа губы, блядь, чувак! Охуенно! Есть. Слышите, Жожа губы! Там на пианино есть ничего, там есть, да, на пианино, знаю, есть. Да, есть, да. Ебать! Блядь, Жожа губы от Васи. Нет, был, вот знаешь, типа, еще пизже было бы, если бы Вова сказал Жожа губы, нахуй. Но от Васи тоже, блядь, норм. Нет, от Васи тоже норм. Пизже было бы от Вовы, ну а Вася, ладно. Вася тоже нормально. Егор Летов, «Русское поле». Так, давайте, короче, голосование, да. Типа, дис на Жожа или Жожа губа. А что, мы Егора Летова не будем учитывать? А мы Летова не будем учитывать? Я не понял. Давайте переголосование. Добавьте еще, пожалуйста, Егора Летова. А какого Егора Летова будем? Какую песню именно петь? Оборону, типа, или что будем делать? Все идет по плану, оборону, что-нибудь такое. Зоопарк! Нет, слишком долго, похуй, а Жожа, получается, будет петь. Ну, получается, да. Губы. Ну, просто... Губы, нет, зачем, нет, блядь? Просто Вася уже пел сегодня рок, именно. Было бы круто, если бы он спел именно... Рок. Нет, я говорю, Вася, хочешь, может, две песни Кок. Подряд ебануть? Типа, какая лучше получится? А, все понял. Как я. Я понял, что за песня, блядь. Ну что, значит, давай. Жожа губы? Да, блядь. Так, блядь, Вася, как насчет того, что спеть две сразу песни? Типа, Жожа губы, потом Егора Летова.
У меня 7 минут, Макс, еще просто есть. Ну, могу попробовать. Без проблем. Давай губы ебашь тогда. Что, губы тогда? Можно начинать? Давай, губы на 90+. Давай, надо почувствовать. Поехали. Я как болт, мне нужна гайка. Залезть в резьбу ее, будто я папа. Но это теперь ничего не значит. Ты не найдешь меня, я потерялся. Ты мне не нужна, нет. Со мной акула, она дует губы. Ее парень тупит, он это не любит. Но мне вообще поебать. Ценник на мне, будто банкомат. Много я потратил тех бумаг. Я как будто ксерок смогу напечатать. Лучше мне не верить, я просто бездельник, е-э. Я простой бездельник, не кину тебе рейд. Ведь у меня команда пузата хата. Мы можем обрюхатить, бюджет наш не растратить. Я как болт, мне нужна гайка. Залезть в резьбу ее, будто я папа. Но это теперь ничего не значит. Ты не найдешь меня, я потерялся. Ты мне не нужна, нет. Со мной акула, она дует губы. Ее парень тупит, она это не любит. Но мне вообще как-то поебать. Фу, блядь. Извините. Че, и Летова еще? Давай, если хочешь, два, погнали сразу Летова, сразу. Ебать. Все идет по плану? Нет, я только за, а что хочешь? Ну, типа, тут уже на твое желание, ты вторую песню подряд ебашь, если хочешь. Я заметил, что правила пошли нахуй резко, да? Просто все забили хуй на правила резко. Ладно, веселее, давай. О! Не надо помнить, не надо ждать, не надо верить, не надо лгать, не надо падать, не надо бить, не надо плакать, не надо жить. Ведь я ищу таких, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных. А когда я их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда в ночь, мы уйдем из зоопарка. Мы уйдем из зоопарка. О, бэби, ты просто мышь, ты словно точка. Когда молчишь, но вас так много, в глазах темно. Я так хотел бы разбить окно. Ведь я ищу таких, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных. А когда я их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда в ночь, мы уйдем из зоопарка. Мы уйдем из зоопарка. Это охуенно, Вася. Прям очень круто. Хорош! Прям вайбовый пиздец, охуенно. Оп. Бля. Да, это жестко. Да. Нормально, нормально. Прошу голосование, потому что у Васи есть шанс, в принципе, зацепиться за третье место спокойно. Ну, то есть... Ух, красные точки остались. Для того, чтобы Васе зацепиться за третье место, ему нужно вроде как... Ну, просто 92%, по-моему, и тогда он... Ну да, кстати, ему... Да, ему просто 92% надо взять. Тогда он точно 100% занимает второе место. Ребята, я вас верю, 92! Смотри, мужик, кстати, походу реально третье место. Вообще без проблем. Так. Давайте, 92, а, еще 89, чуть-чуть. 92, опускаю. 92, пятак. Так, извини, уберу голосовалку с улица, я просто немножко затупил. Я думал не на том экране. Бля, 87, 86, блядь. Ну ладно. А не, подожди, может, если 87 тоже вы... А, кстати, 87 для тебя тоже, возможно, хороший вариант. Да, 87 для тебя тоже хороший вариант.
Подожди, потому что 89, 87, это разница 2. Да, для тебя главное, чтобы это не было 80, 85. 87 ты тоже третье место занимаешь. Да. Сейчас, если 87, не меньше, то 100%. И... Бля, 86, нет! Блядь, 87 на последней секунде! Так, и получается... Вот это сейф. У нас просто потому, что Даша 100% на последнем. Гайкин 76, молодые ветра ПЖ, прошу. Так, а у нас уже заканчивается. У нас сейчас Стоха. Все. У нас только, да, сейчас Стоха финалку поет. И решается, кто победитель. Потому что, ну, 100% Даша последняя, 72% плюс 63%. Бля! И 63%. Ну, то есть у нее 100% меньше всех. У меня 89 плюс 56. Кстати. А, нет, все равно больше, чем у Гайки. Все равно больше, чем у Гайки. И Вася 60 плюс 87, что, по сути, будет больше, чем у меня. Я же правильно посчитал, да? Типа, Вася третий. Типа, Вася, потом я, потом Даша. Правильно же посчитал, да, Гайс? Я же правильно посчитал? А, 340, да. Сорян. Не 370, 340. Ну вот, получается, осталось только Тохи. Тохи для победы, по сути, сколько надо? Тохи для... Блядь, Тох, тебе для победы просто нужно спеть на минимум 90... Охуеть. Да похуй, блядь, я спою, вообще поебать, может, блядь, какая 94% разница? 94% надо спеть. 95, вообще поебать, господи, я даже не буду думать об этих процентах, я просто спою так, как я чувствую, все, мне похуй. 95% победы надо. Ну что, ребят, какую песню? Так, это, Максюш, я тогда побегу, да, уже. Давай. Спасибо, что позвал. Удачи вам, ребят. Спасибо, пока. Большое, бро. Пока. Спасибо, бро. Спасибо, что пришел. Пока. Пока. Так, какую песню, главное, сейчас решишь, что ты поешь? Ну на давайте, заре. Ребята. На заре? Че, какой Антон будет петь? Бля, на заре там прям надо петь, ребят. Я певец такой себе, блядь. Да, там типа на заре. Так, на блядь. Заре голоса зову. Блядь, Мазелова, пенис. А есть караоке Мазелова, кстати? Подожди. Я помню пенис, бля. Мазелов караоке. Да, и пелка, да. А нет, караоке, кстати, слышишь? Нет, вообще. Просто они отсутствуют в этом мире. На заре. У нас два варианта. Либо на заре, либо А4, либо Мазелов, но Мазелова нет. Бля, А4 заебись. А хотя нет, А4 говна. Нет, А4 уебищный. Хорошо, модерация, запустите, пожалуйста, голосование. А, кстати, может, Коля, Гайка? А как она, если она закончилась уже, типа, с Гайкой? Типа, Гайка, Вася, они уже все. То есть я тоже все, Мухаджан тоже все, сейчас только от Охи зависит. Блять. Это называется набис. Короче, у нас какие варианты есть? На заре. Что еще? А4. Угу. И что еще? Все, по-моему. Два варианта только. По-моему, да. А Мазелов есть все-таки? О, он есть, скидывает есть, ссылку на какого-то. Это есть бит. Просто бит. А, ну бит, блядь. А я, ну, блядь. Текст можешь отрыть. Хотя немножко, ну, нечестно. Типа без текста, ну, да, такое. Удобно. Ничего, даже честно, не короче, удобно. Похуй, давайте запускайте голосование, что скажете, то короче, и буду. Короче, ладно, заебашьте. Мазелов под бит, там прям скобочку напишите. Да, кабанчик можно, помнишь? Кабанчик, А4 и да. На заре. Четыре варианта, нормера. Нормально четыре варианта, да? Бля, кабанчик нормально, да. Давайте, голосуйте. Кабанчик было круто, я за кабанчика. Нет, если будет Мазелов, ты сможешь спеть под бит? Типа не знаю, я не знаю, сложно. Сложно, но можно попробовать. Ну, походу, я буду петь кабанчик, поэтому не переживай. Может, сразу. Блять, а кабанчик есть караоке? Блять, ну если его нет, то, скорее всего, будешь петь до Мазелова, потому что там и следующий под битом. Весело кабанчик, так, караоке. Кабанчик, караоке. Блять, а там на этом, на языке. На языке этом. Кого? Украинском. Ну, вот на украинском, да. Есть. Заебись! Это то? Ебать, охуенно, по мне. Не, нормально. Блять, тут под плюс, нахуй. Блять, а почему название песни кабанчика на превью свинья, блять? Ой, бля. Мужик, я думаю, в этом есть какой-то смысл, 100%. Ну что, давай тогда дох. Экранчик. Кабанчик. Не, нету. А кабана нету. Экранчик минус, есть, да. Экранчик сейчас включу, а кабана нету, нихуя. А не нашел караоке? Mm-hmm. Кабанчик нету. Под плюс. Под плюс? Так надо караоке же. А, подожди. А, нашел, у меня вон Вилзи нашел в чате. Если чат найдет кабанчика, то... А, чат нашел, кстати, караоке Маза.
большой. Да, там словами, какой-то караоке, блядь, там просто не забей, хуйня. Не, надо, бля, неужели, почему никто этого там не сделал, плюс, кстати? Зачем нам под плюс? Под плюс тогда можно и кабанчик спеть, мы же наоборот против этого. Блядь. Да, под плюс говно. Ну что тогда, может, Мазелова «Помню пенис большой», вспомнишь слова? Бля. А, я знаю, как можно сделать. Ебать, я гений. Ты запустишь одновременно плюсы. Да. Ну, давай. Понял? Давай, давай. Давай. Ебать, давай. Ну ты, это гениально, блядь. Ты же не... Так. Не... Ну, мне кажется, да, это сложно, похуй. Но похуй, давай. Сейчас будет топ-10 синхронизации, блядь. Так, слов нихуя. Так вы после кабанчика его как раз таки выбрали. Романчика, караоке нет просто. Я помню пенис большой. Блять, тут что-то другое. Оно не должно было быть так. Оно не должно было быть так. Или оно должно было быть так. Я еблан тупой или что? Что делать, блядь? Помогите, я потерял нить! Нихуя смешного, блядь! Да нет, это пиздец смешно, чувак. Блядь! Мухаджан поздравляет вас с победой. Я... Пенис большой, я помню... Братишка... Ты пошел бы погулять, а тут я не включил, ебать! А, и ты меня, пенис, знаю я. Твой большой член у меня в жопе, о да. Пенис большой, я помню, как он проникал в меня. Большой, о, а, пенис достал до груди. Пенис огромный, пиздец. Братишка, ну ты молодец. Блять, твой конец в жопе у меня, блять! Отныне я помню твой большой пенис, я помню... Да, блядь, ебаный рот, что происходит? Я помню пенис большой, я помню пенис большой, я помню пенис большой, я помню... Братишка, ты хотел бы со мной... Блять, что? А, да тут что, блять? Опять ты меня будешь в жопу ебать? Я таких пацанов еще не видел никогда. Я бы не хотел с тобой сходить погулять, если ты меня после этого не будешь ебать. Ведь твой огромный большой пенис от меня никуда, никуда не денется. Я помню твой большой пиздатый огромный пенис. Я помню пенис. Я помню большой пенис. Остановите этот позор. Я не могу никуда от него деться. Закончись, ебаный конченый бит. Блять, ничего не получилось, блять. Но главное, что пенис большой. Но главное, мой пенис небольшой. Пенис. Пенис. Это отвратительно, блядь, это пиздец. Блядь, говорю, у меня в голове... Да, блядь, потому что невозможно под меня... бит, блядь, это невозможно, да нет, это нормально. Пиздец. У меня просто в голове было, что я поеду эту песню, чувак с синдромом Туретта. Я помню пенис... А, иди нахуй, сука! Большой... Я так смешно выглядело, странно. Нет, охуенно было. Ну что, я прошу модератора разместить последнее голосование. Да все, можете даже не запускать, это пиздец, блядь. Запускайте. Не, почему, если получится много процентов, то вы... Ай, блядь. Да нихуя, это пиздец полный просто, чувак, там он... Ты походу, кстати... А да нихуя, не-не-не, я нихуя, но, блядь, надо было просто... Я, блядь, лучше бы... Да, хотя там кабанчик тоже был под этот, блядь, самый... Блядь, интересно, да, какие, сука, уроды единичку ебашут, блядь? Да, 20 они человек. Они прям специально это делают для того, чтобы процентовку ебануть. А и тройку тоже 16.
Ну, тройка, четверка еще окей. Типа, единицу прям видно, что специально 28 человек нажали, нахуй. Типа, что процентовку ебануть. Ну, ладно. Синбебру, я делал донат. Я говорю, мне без разницы. На следующем караоке сегодня точно все. Что ты говоришь, Тох? Я говорю, мне без разницы, я спел нормально. Ну, хуёво, говно, потому что текста не было. Бит, блядь, закончился, потом снова начался, нахуй. Что это, блядь? Нет, нет, ох, все заебись. Все реально заебись. Да, была угарная пизда. Да, реально, мы сами ебать, я угорал. Не, и на самом деле, сегодня самая смешная песня, это была без рофлов от чувака, который на последнем месте от Даши, когда напела этот бомжа. Я вообще не понял, кстати, да, почему она на последнем месте. Да, я не понял вообще, несправедливо, нихуя. Я еще понял, каким образом Даша на последнем месте, потому что у нее были, по сути, самые угарные. Я не знаю, кто так проголосовал, нахуя, но ладно, типа, от бомжа я просто выпал, это было очень смешно. Но, в любом случае... Так какая разница, типа, тут уже Махаджан 100% побеждает, потому что даже если мы сейчас учитываем 39 голосов... Не, ну это заслуженно, это заслуженно. Махаджан 93 на первом кругу и 91 на втором кругу, при том по 400 голосов на каждом. На первом, конечно, у Тохи. Охуеть. Тоже очень неплохой результат. А на втором, охуеть, ну, 76 голосов. Пугью. Даже меньше стало, поэтому, ну, тут просто как бы Махаджан безоговорочно победитель. По первому кругу еще, ну, была интрига. Но, к сожалению, какие-то уроды, сука, понажимали единицу, блядь. Настолько дохуя, что она второе место заняла, блядь. Голосование. Ну да! Ну да, так я и поверил, блядь. Ну, короче, мафия, блядь, твоя выбила победу. Единицы наставила Махаджан. Я ничего не знаю, да? Это не я. Я не в курсе. Я в 7-5 ставил. Ну ладно, в любом случае побеждаешь. Сейчас я как раз буду, когда рекламировать Knife X, тебе подарю 10 сабочек, как я обещал на канал. Ты как раз стримишь, я вижу. Поэтому да, сейчас все будет. Все, что касается Тохи и Даши с Мухаджаном, я с вами прощаюсь. Большое спасибо, что пришли. И опять же, Вася ушел. Всем пока. Все равно спасибо ему, что был. Мы еще эти штучки, я думаю, провезем караоке. И, надеюсь, будет даже пизже, чем сейчас. Все, всем ББ. Давайте. Все, ББ, всем тоже. ББ. Пока, Антон. Давайте. Бэ-бэ.